В Лос-Анджелесе США торжественно отметили День Азербайджанской Республики и столетие создания органов дипломатических служб. В мероприятии, организованном Генконсульством Азербайджана, приняли участие свыше 400 гостей, в том числе официальные лица штата Калифорния, представители Госдепартамента, дипломаты разных стран, а также известные деятели науки и культуры, журналисты. Выступая в ходе мероприятия, генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насим Агаев рассказал, что 101 год назад азербайджанский народ создал первую мусульманскую мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих странах мира, предоставила женщинам право голосования. Он также отметил, что в этом году исполняется 100 лет со дня создания органов дипломатических служб и подчеркнул, что сегодня Азербайджан является самым сильным государством региона. В результате оккупации Армении 20% земель Азербайджана, свыше 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Несмотря на все это, Азербайджан благодаря дальновидной политике президента Ильхама Алиева превратился в лидирующее государство региона. В ходе мероприятия было представлено поздравление руководства города Лос-Анджелес. Кроме того, было отмечено, что 28 мая объявлен национальным днем Азербайджана и в других городах США, в Сан-Диего и Ирвайн, штата Калифорния, а также Санта-Фе и Альбукерке, штата Нью-Мексико. По случаю 101-й годовщины создания Азербайджанской демократической республики и столетия создания органов дипломатических служб Азербайджана, праздничные мероприятия прошли и в турецком городе Карс. Генконсул Нуру Гулиев рассказал об истории создания и причинах падения Азербайджанской демократической республики, направлениях развития современного Азербайджана. «28 мая 1918 года. Эта дата вызывает чувство национальной гордости у каждого азербайджанца. Азербайджанский народ, который веками жил с мечтой о независимости и свободе, в начале прошлого столетия в мае достиг своей мечты. Всему миру было объявлено о создании первой на Востоке свободной, светской, демократической, независимой республики». По случаю Дня Республики в Карсе был продемонстрирован спектакль, поставленный на основе произведения «Мертвецы» выдающегося драматурга Джалила Мамедгулузаде. Спектакль «Мертвые и сумасшедшие» в исполнении труппы Нахчеванского государственного музыкального драматического театра, носящего имя Джалила Мамедгулузаде, был показан на сцене Карского Кавказского университета. Помимо этого, в городе прошло братское шествие «Азербайджан-Турция». Акция стартовала от парка Гейдара Алиева в центре Карса. В различных провинциях Карса были возвышены государственные флаги Азербайджана и Турции. Участники акции на протяжении всего шествия несли в руках сдвоенный флаг Азербайджана и Турции. Мероприятие в связи с Днем Республики Азербайджана, 101-й годовщиной создания АДР и столетием органов дипломатических служб республики также прошли и в других странах. Так, в австрийском городе Баден состоялся концерт, на котором прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи, Акшина Ализаде, Вагифа Мустафазаде, Муслима Магомаева и Фархада Бадалбейли. На концерте, организованном Центром культуры Азербайджана, произведения азербайджанских композиторов прозвучали в исполнении Венского камерного оркестра. Эсли Назарова, CBC.